Семена и саженцы яблони скала особенно популярны среди садоводов из-за особенностей дерева, его плодов. К преимуществам растения можно отнести отличные показатели по морозостойкости, которые позволяют дереву пережить даже самые суровые зимы без необходимости утепления или укрытия корневой системы. Первый урожай можно будет собрать не раньше, чем через 5 лет с момента посадки. Плоды у яблони крупные, с сочной и плотной текстурой мякоти, сладким вкусом. Кроме того, в плодах содержится повышенное содержание аскорбиновой кислоты, что полезно для употребления в пищу и повышения иммунитета. Яблоня скала – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Яблони прекрасно используются подавляющим числом садоводов во всем мире для влагоемких почв. По типу ствола яблони скала можно отнести к группе низкорослые. Яблоня скала имеет осенний срок созревания. Обратите внимание, что яблоня скала – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.